Доброе утро! С вами Игорь Серебренников, и это проект «Дневник сыроеда». Уже не знаю, какая по счету прошла неделя, но для себя я отметил следующее, что оказывается достаточно легко питаться фруктами, овощами, салатиками, смузи и чувствовать себя прекрасно. Вот. Значит, откровение этой недели, что очень хочется хлеба. Вот, видимо, это есть какая-то в этом психологическая зависимость. Пока промежуточный вариант для себя нашел, это хлебцы. Но вот, поговорив вчера с Дмитрием Бердышевым, решил, что хлеб, дрожжи, в общем-то, видимо, организм бунтует и пытается восполнить эту нехватку. Поэтому постараюсь заменить на флаксы из-за льна, потому что лен очень полезная культура, которая, в общем-то, не вредит, а наоборот приносит пользу организму. Вот. Также добавил в рацион салаты из моркови. Прекрасную закуску сделал из промолотого льна, из чеснока, морковки, добавил измельченную, пророщенную зеленую гречу. Получилась вообще восхитительная закуска. Вот. Стал добавлять клюкву в смузи. И просто мои смузи заиграли новыми красками и вкусами. И поэтому вот рекомендую, если вам надоел зеленый цвет вашего смузи из-за травы, добавьте туда клюкву. И это будет новая яркая краска и отличный вкус. Вот. С вами был Игорь Серебренников. До встречи на нашем канале.